20.01, 21 декабря. Я в общаге. Ой, в общаге, говорю, в отеле. Пришел, нагулялся. Накупил себе гринми. Одну банку уже выпил. Еще одну на подходе. Одну в сумку заныкал, завтра в аэропорту пронести попробую. Чтоб домой везти. Я просто уставший очень. Но этот напиток меня прям... Не то, что бодрит, он хорошо тонизирует. Ты его пьешь. Я же не знаю, с чем это сравнить. Наверное, как сравнить, как... Шел очень долго. Он просто... Что взял и прилег. И отдыхаешь, просто восстанавливаешься. Ощущение восстановления от него чувствуется. Я был... 5 числа, когда я приехал в Иркутск, наткнулся в магазине на этот напиток, взял пару баночек попробовать. Охренел с него и поблизу Новосибирска хотел новосибирских купить. Там нигде не было, я был очень удивлен, там, как так? Неужели такая редкость? По возвращению в Иркутск сегодня, пошел в тот же самый магазин, думаю, сейчас 6 банок возьму, не меньше. Беру с прилавка, и там как раз 6 банок и было. Повезло. Придя в комнату, решил загуглить, может, кто-то еще чего про этот напиток слышал. Вот смотрю, Ширпотребыч тоже оценил эту прелесть. Кстати, я у него 666-й просмотрщик этого видео. Зайдите к нему, что ли, поставьте лайк. И сам не поставил. Лайк. Отлично. В общем, Ширпотребыч, я рад, что ты тоже оценил это. И, кстати, я смотрю, ты там жвачку тоже оценил. Five. Со вкусом шоколад с мятным мороженым. Я буквально пару дней назад тоже попробовал ее. Тоже восхищен был этим вкусом. Ну как тоже, я еще не смотрел твой видос, но я надеюсь, что ты тоже был этим восхищен. Потому что вкус реально великолепный. Очень надеюсь, что гринми еще будет в продаже. Хотя, в принципе, инструкция здесь у него, состав, ничего у него здесь. Витамин С и цинк. То есть просто витаминки, шипучие растворить. Витамин С и цинк, и все, и будет то же самое по сути. Но заморачиваться надо. Гораздо удобнее. Вскрыл баночку. Какой он просто великолепный. Реально. Вот у кого будет в магазине, кто увидит, покупайте, не раздумывая просто. Возьмите хотя бы одну баночку на пробу. И Ширпотребычу зайдите на канал, поставьте лайкосик. Так, ну я пойду мыться, да скоро дрыхать. Завтра в Ленск возвращаюсь.